Мы попали на пыльный берег, оказывается. Ну, огромная ярмарка на самом деле. И она далеко-далеко. Просто у нас так получается, что мы не планировали сюда. Все без денег. Почти. Но мы не знали, где это. Да. Всем охот сувениры. А вот чай. Надо брать вместе. Ну что, мы и едем как туристы. Максим, ты чего тут? Ну чего ты? Смотри, какие они классненькие. Даже колесики двигаются. Смотри, какая прелесть. Невозможная. Такую жалко. Подвески на шнурочки вешать. Я думаю, что ж это красиво. Какая неожиданная ярмарка. Света, спроси, здесь начну. А у вас сколько браслеты такие? Сейчас, секунду. Тоже такие. Ну, я взяла. Лилия, я все снимаю. Такая красота. Давайте за 150 вам мыло отдам, а еще буду виноват. Смотрите, какой. Че? Жор у меня там сидит, ждет. Мишу привез. Надо идти говорить, что пока мы тут ходим, мы уже за Мишей съездим. А вот, смотри, на чем это? На дереве. Браслеты, да нет, браслеты 200, бусы 400, а мыло подскажи. Это дешевле. Ага, я уже слышу. Ага. 200, видишь, а я за 250. Хорошо, спасибо. Ну, вот надо сначала походить, как всегда. Так, маленькие. Вот это мне нравится. Вот это вот вешаешь. Это, знаешь, как красиво смотрится. Красиво. А мне вот это понравилось. Или это вообще ты камень. Ой, вот это тоже смотри. Угу. И вот это, смотри, с двух сторон. Ага. Ой, а мне вот эти еще нравятся. А серьги почем? Нет. К сожалению. Вы сегодня только, да, здесь? Да. Или завтра тоже? Сегодня только здесь. Продавец сейчас через 10 минут подойдет на покупающего. А потом вы где? А потом мы в Дубне на причале. В Дубне на причале? А когда? Ну вот завтра будем, в обед с часа до 3 точно. Прям вот тоже какая красота. Посмотри. Слушай, дружище, посмотри. А вот это что за жучки? Ну это оружие. Ага. Посмотри. Смотри магнитики с божьими коровками. Где? Вон там. А, хорошо, вот, сейчас вот, подойду. Машинка. Машинка. Знаю, сейчас подойдет девушка. Ага, да. О, тут еще мотоцикл нет. Да, хозяйка ушла. Завтра. Я хочу божью коровку. Ну, сейчас на холодильнице. Сейчас сказала, хозяйка ушла и забыла? Да? Угу. А, понятно. Смотрите, сюда? Отойдите сюда. Сейчас Максима туда тоже придем. О, удочка. Чего только нету. Красота, да? Ага. Я так хочу эту, она мне шкатулки не надо. Да? А сколько вот эти корзинки? Вот это? Нет, тут ближе. Ага. Да. Точнее, я не скажу, жена ушла, сейчас придет. Что-то они все порасходились, там спросили. Так, а да, они все гуляют. Не, сейчас подойдет. Ну, мы тут рядышком. Смотри, какая прелесть.
Ага. Совушка. 320 Света. Рублей. Вот такая совушка. Ага. Света, а? Посмотри. Ой. Большие, ага, маленькие. Разные. Не, ну вот и выбирай. Большая. Холодильник можно, ну, соседнюю машину зимой тоже прилепить. Ой, какая красота. Крышки. Открытая, красивее. Открытая. Вот дверь тоже, тут все, дверь есть. Брелки с Твери, с тверские. Это. Кружки с Твери, пожалуйста. Былинный берег. Былинный берег есть магнит. Называется квасик. Ой, какая красота. Хочешь себе квасик выбирайте гончарные авторские работы. Все можно пользоваться. Внутрипищевая глазурь под молоко, квас, ветер, печку, микроволновку. Макс, вы можете просто кружку даже купить? Сколько она стоит? Мало Ярославица. А вы откуда? Мы с Малоярославца. Это город так называется? Да, Калужская область. Исторический город, 1812 год. Мы просто были из Ярославской области сами. А у вас Малоярославец, вот поэтому я... Макс, смотри, какая красота. Ой, какая красота. Света, поверни ее, я ее хочу. Тоже красота. Да вообще. Ну да. Максим, может быть, какую-нибудь кружку лучше? Смотрите, выбирайте, вот любая. Вот. А вот такие тарелки, сколько кружки большие? Вот это вот. Да. Ну, это как бульон считается, 350, 350. Вот а любая... за 250 у вас есть чуть? У нас осталось 250 рублей. Вот, выбирайте кружку. Ой, это маленькие. А вот такая стоит. Это побольше, это 300 стоит. Вот, вот эти вот по 300. А что там 275 у тебя? 275. Ну, выбирайся за 275. Максим, может, выберешь? Выбирай, конечно. Вот это красивая вот с рябинками. Смотри, какая красота. Она нарядная. Выбирай та, которая тебе нравится. Глазкам, которая вот понравилась. И удобно наливать. Чтобы держать, и чтобы держать. Потому что разные есть формы здесь у нас. Предположим, вот смотрите, вот так. Ну, возьми коробочку. Большая на тебе. Ну, как этот. Упала у тебя денежка, а потом посмотри. Тяжелая? Ни копейки не теряй. Смотри, это вот одна. Вот смотри, я буду держать. Вот смотри, вот дай мне. Вот эту держи кружечку. Дай мне. Ты по ручке, чтобы тебе было удобно. Какая удобнее? Давай, давай, я сейчас тебе следующую дам. Так. Вот третий вид. Просто ручка, чтобы у тебя удобно тебе было. Чтобы держать его. Ты скажи, тебе хочется или нет, а то может тут на этом мотоцикл. Мы тут да, да, он бедный стоит тут. Какая тебе нравится? Еще есть мотоцикл. Такая вот, предположим. Это вот маленькая, как женская, ну как дамская. Или вот такая. Вот. Это мне кажется, вот это мне кажется как бы удобно, но там разные такие вот облепочки есть. А с гербом, наверное, все-таки парень, девочка. Подожди, может он с ягодкой хочет или с березкой, может не знаю. Ну что, Макс, решил? Нравится тебе какая-то? Ну четко скажи, что. Все нравятся. Все нравятся. 275 на все не хватит. Да. Всех больше. Красиво. Вот такая. Такая нравится? Больше. Будешь кружку брать или пойдем молоко? Володя спрашивать? Ну. Давай встречать 10 человек. Ну давай спросим и прибежим. Вот вот. Если что, если что, вот это. Да. Ну пойдем. Вот такие наряженные тут люди. Да. Представление. Пойдем, Максим, дальше. Какая? Вот это вот сплющенное на уголке вот такое. Сколько оно стоило? Кажется, 300. Ну так они бы уступили. Ты надо было сказать. Может быть, это лучше, чем мотоцикл. Мотоцикл поставил, а кружкой пользуешься. Ну да. Ну так говори сейчас. Ну, может, договориться с этой кружкой треугольной? Сейчас мы кружку спросим, Вика. Мы побежали. Спрашивай сам, давай. Ну, давай. А деньги у кого? У Вики? У Вики. Ну спроси. А может быть, эта женщина сыпет, ну еще. Девушки, а вы уступите, знаете, какую? Какую ты сказал? Вот эту вот. Такую хочешь? Прямо вот такую хочешь? Набери. Вот это понравилось. Надо... Или вот это. Давай я подержу издалека, а ты посмотришь. Смотри, выбирай. А Скопин это что?
Это Рязанская область, город Скопин, это Гончар. А, Скопин. Там, ага. Да, мы оттуда вообще как бы сами переехали в Малый Ярославец в 2005 году. Максим, вот это лучше, тут тоже Скопин написано, но с другой стороны. Видишь? Угу. Ну чего, какое? Мне как-то вот ближе и ручка, смотри. Да, вот это красивее. А где Вика с денежкой? Берешь? Вика с денежкой нужна. Давайте, мы завернем сейчас. Вика-то ушла у нас. Все-таки чашку, да, пусть там берет. Никого не наступил. Чашку? Да, все-таки решил чашку. А что он поставит эту статуэтку? Она будет стоять, а чашкой будет пользоваться. Ну, я мог бы чуть-чуть поиграть. Ну, ладно. Ладно, будет у тебя. Ты будешь ею пользоваться? Прежде чем начать пользоваться, налейте туда кипяток до полного остывания. Это для дезинфекции. Налили, просто остыло, сливайте и смело. Ну, так как Лина, это экологически чистый продукт, да, моется, как простая посуда. Ага, спасибо огромное. Ну, пошли, все, поторопимся. Деньги закончились. Да, деньги мы истратили. Тебе смысл? Вот так мы шли, и вот там опускаем. Олег, забирай, Максим. Спасибо. Лен. Цветик. Ну, ты рад? А у тебя тоже хороший. Да, как тебе поездка? Круто. Что всех больше понравилось? Закупочки. Ай, ладно. Базар. Подарок и поездка. Дома у нас случилось ЧП. Пакет очень неудобный, и так получилось, что я думала, что мне дали ее за ручки, а оказалось за донышко, и кружка наша упала, я полразбилась. Так жалко, на самом деле это у нас единственный такой был значительный сувенир, и мы его разбили. Максимка расстроился, конечно, всплакнул даже, да, жалко, сувенир, конечно, получился наш разбитый. Ну ничего, мы склеим, конечно, ну будет стоять просто как сувенирчик. Вот такое неожиданное у нас получилось приключение. Хотели просто погулять, покататься на моторке по Волге, но попали на ярмарку, на такую интересную. Еще все было ручная работа. Я прямо вытаращив глаза на все смотрела, все прямо трогала. В таком восторге была. Вы знаете, я ролики когда пересматривала, оказывается, я смотрела вообще не на то. Вся красота даже не сфокусировалась в моих глазах. На самом деле, мне прямо дикое желание вернуться и посмотреть то, что я упустила. Ну, слышно по моему голосу, что восторгу нет предела. Я, наверное, сейчас этот влог остановлю, закончу, сниму вторую часть, потому что, если честно, у меня более 150 кусочков маленьких роликов. Я в них настолько запуталась. Сегодня я уже уезжаю на самом деле домой, но все пытаюсь доснять и как-то соединить эти все отрывочки, кусочки. И приеду домой, буду продолжать эти влоги собирать. Покупки я уже даже отсняла. Они у меня тоже в очереди ждут, когда я закончу со влогами.
Ну и по кружке. Конечно, сейчас, наверное, все расстроились такой концовкой, что кружка разбилась. Ну, смотрите продолжение, потому что в продолжении более интересный исход этого события. И я думаю, он вас тоже порадует. А сейчас хочу с вами попрощаться на такой позитивной ноте. И встретимся уже в следующем влоге. Всем пока!